Для конкурса дети читают стихи. Ученица 2-го класса Пестрецова Анастасия. За 14-й школы города Барнаула. Алексей Плещеев. Уж тает снег, бегут ручьи. Уж тает снег, бегут ручьи. Окно повеяло весною. За свечу скоро соловьи. Белец оденется листвою. Чиста небесная лазурь. Теплее ярче солнце стало. Пора метели злых и бурь опять надолго миновала.